Итак, мы продолжаем. И знаете, что еще нужно отметить? Я об этом, по-моему, не говорил еще за 3 дня. Короче, в бою все выглядит прям охренеть как красиво, эпично, быстро и все такое. И вот за 3 дня ни единого, ни малейшего, ни лага, ни фриза, ничего. Все, что нужно знать о релизах последних вообще 3 михуё. Оно просто выходит настолько вырезанным. По-моему, это уже лучшие ребята, которые знают Unity. Они его настолько хорошо изучили, мне кажется, даже разработчикам до этого немножко далековато. О, Вайс, я как раз собиралась к тебе. Так, что-то срочное? Ничего срочного на самом деле, но возможно кое-что интересное. Смотри, это системное сообщение, которое только что пришло на новую учетку. Так, я надеюсь, там что-то с развитием учетки, может баннер Бамбу? Это что, реклама из интернета? Из интернета? Вообще-то, я сперва тоже подумала так, но... Уже собиралась заблокировать, но к счастью взглянула и вижу. Напишет-то реальный поставщик. Информ-услуг. То есть это все-таки реклама. Но будь мы все еще фаэтоном, как и раньше, я бы и не взглянула на эту рекламу от какого-то там субподрядчика. Но мы сейчас не можем брать заказы без разбора. На носу выборы. Предложения о работе от посредников намного менее рискованы. Кроме того, эта посредница, ее, кстати, зовут Венера, нашла нашу вторую учетку и, вероятно, считает нас за новичков. Угу. В ее боевом заказе указаны точные координаты, так что нам и искать маршрут к каверне не придется. О, боевой заказ, это мы берем. Давай попробуем взять у нее 2 заказа и посмотрим, как пойдет. Кто знает, может, Венера будет потом давать нам хорошие заказы? Правда, уж очень увлеченной она выглядит. А ладно. Ну, если ты так считаешь. Хорошо, я запишу информацию о заказах. Боевые заказы. Отправляйтесь в метро в каверне и выполните заказ дорожной работы. Ну ок. И еще одно метро. Патруль безопасности. Это 2 боевых. Нейсу. А ты собираешься заняться заказом? Тогда я для начала помогу тебе. А для начала? Но с появлением феи мощность HDD увеличилась, но кое-чего не хватает. Хочу попробовать подправить. В результатах сообщу перед сном. Так чем будешь заниматься сегодня, Вайс? Ну, я хотел заказы выполнить. А есть предложение? Ну, вообще-то, столько всего, чем можно заняться. Заняться делами рандомплей, гулять по 6-й улице, выполнять новые заказы, повышать уровень интернета. Заказы. У тебя тоже такое чувство, что время пролетает незаметно, когда посвящаешь себя интересному делу? У меня в игре время пролетает незаметно. Ну, прям очень сильно. Ага, игровой процесс, система времени. Игровые сутки делятся на 4 периода. Утро, день, вечер и ночь. В разное время суток улицы выглядят по-разному. Например, ночью часть магазинов будет закрыта. Иногда для продвижения игрового процесса нужно дождаться определенного времени суток. Чтобы сменить время суток на следующее по счету, выполните следующее действие. Выполняйте сюжетные боевые заказы и заказы на исследования. Выполняйте задания в городе. Отдыхайте на диване или кровати. Я боюсь, что если отдыхать в кровати, то можно не только следующее время суток получить, а можно получить новый день. Нажмите на панели времени суток, чтобы увидеть, ага, чем вы можете заняться на этой улице, или чтобы немного отдохнуть. Так, а как туда нажать? А! Ну, допустим. Проведите остаток дня, как считаете нужным. На улице кто-то просит о помощи. Похоже, Венера прислала новый заказ.
Так, я уже вижу. А как мне систему времени самого открыть? Вот как там показано? Я-то... Так, вот. Оно. Днем. Вечером. Ночью. I can't. А как мне вон там открыть систему времени? Понятно. Еще одна там подсказка. У мини-маркета 141 есть свои каналы, по которым они могут купить полезные вещицы. Иголка Барда уже открылась, не забудьте туда заглянуть. Понятно. Угу. Понятно, что ничего не понятно. Так, ну, есть какой-то чел, которому что-то нужно. А, как же хочется найти мусорный бак и спрятаться в нем. Ёп, ГГ ХСР, ты ли это? Что с Келусом вообще стало? Что он здесь забыл? А, что произошло? Она, ну, пока шла, она обронила памятную монету Аик. Я подобрал монету и собрал всю смелость в кулак, чтобы к ней подойти, и она сказала, что это не ее. Ну, тебя отшили. От меня никакого толка. Наверное, она думает, что это такой странный подкат и ненавидит меня за то, что я такой тупица. Эх, не стоило ничего делать. Да, давайте по плечу похлопаем. Спасибо за поддержку. Можешь, пожалуйста, выкинуть эту памятную монету в мусор за меня? Когда я сбежал с монетой, я услышал из мусорного бака странный голос. О нёу! О нёу, ребят, о нёу! Вайбы ХСРа преследуют нас. Никсрайзес, привет. Да, я тоже желаю всем Никомату, но себе в первую очередь. Если даже мусорные баки надо мной смеются, может, я и правда никчемный мусор. Да, ХСРовские вайбы. Ладно. А ладно, хорошо. Хорошо. А, я ж подходил к нему, да, и там что-то было. Я решил тогда его не открывать. Точно, 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 так все и было. Откуда ты знаешь, что я не просто мусорный бак? О, нёу. О, нёу. О, нет. Они здесь, блядь. Ну, ладно, если там не Сампа, то это уже, типа, можно считать каким-то там плюсом. Ну, ты шумишь. Эх, понятно. Эта маскировка не идеальна. Если можно, пожалуйста, не думай обо мне, как о каком-то сидящем в мусорном баке. Лучше зови меня Мудрец в бачке. По-моему, не особо отличается. Считай меня новой формой жизни. Мой здравый рассудок этого не примет, да. Парнишка, ты слишком узко определяешь формы жизни. На мой взгляд, быть мусорным баком лучше, чем человеком. Ну, типа да, тут поспорить-то и нельзя. Чем больше на тебя смотрят свысока, тем меньше раз тебе разобьют сердце. Была у старой цивилизации поговорка: чем ближе к правде, тем больше недоброжелателей. Королевский бак, он самый. Как живое существо, я могу существовать, пока у меня есть ресурсы. Ну, парнишка, можешь дать мне поесть? Ну, чтобы я мог продолжить жить в ипостаси мусорного бака. Он просто ждет, сидит, пока в него что-нибудь забросят, чтобы это съесть. Ну, а может, дашь мне что-нибудь еще более ценное? Например, памятную монету Аик? Ват? Взамен я поделюсь с тобой своими знаниями и редкими предметами из каверны? Что? Откуда? А тебе нужны памятные монеты? Парнишка, не суй нос в чужие намерения или прошлое, даже если это просто мусорный бак. Принеси мне памятные монеты, и точно не уйдешь домой с пустыми руками. А, ладно. Опа, сюда лут. Принеси то, что мне нужно.
Вот. А мы же делаем вид, что так и должно быть, да? Город, говорящий мусорный бак. Ок. Ок-ок. У кого тоже рядом с домом мудрец в бочке? Да, по-моему, у многих. Чё такой мрачный? А, это не из-за тебя. Генерал Чоп сегодня такой бодрый. Правда? Ну, а люди и правда... правда? А люди и правда живут в мусорных баках? Бля, и он пойдет жить в баке, да? Если подумать. А мне даже ничего решать не надо. Я все равно ничего не смогу сделать. Это... Она сюда смотрит. Чего? Эй, куда спешишь? Не спеши, наслаждайся. Еще куча лапши осталось. Я больше не могу есть. Если продолжу, меня стошнит в мусорный бак. Бля, бедный мудрец в бочке. Ладно, чел, не ешь. Из последних сил, доев лапшу, Элис немного переводит дух, а затем уходит. Ладно. Заказ выполнен. Сюда лут. Подождите, еще кто-то на улице просит о помощи? Да. Пойдем, пойдем. Подапаемся немного. А что если... Да не, ерунда какая-то. Увидеть замучает. Признавать ошибки никогда не поздно. Не-не, ничего серьезного. Ничего плохого я не натворил. Наверное. Да я машину в каверне разбил. Как дело-то было? Еду по дороге. Дорога хорошая, ну прямая такая. И вдруг прямо передо мной стена. Жму на газ, кручу руль, и все. Вылетел на обочину, перевернулся. А зачем было на газ жать? А, очень смешно. Предлагаешь тормозить в каверне? Ну да, ну да. В каверне на тормоз не жмут. Если бы компания ради экономии времени не выдавала кратчайший маршрут через каверну, я бы поехал в объезд. Да чего сейчас об этом уже говорить? Я-то выбрался, а вот машина с грузом осталась в каверне. Позволь спросить, твоя компания это на эти, на П, да? Как их там? Пегас, да. Думаю, что уже не моя, кстати. Блин, справедливо. После сегодняшнего случая я там не задержусь. Даже не знаю, как буду докладывать начальству. Вот бы кто-нибудь смог помочь мне незаметно вернуть машину с грузом. Понятно. А может, разместишь заказ в интернете? А, кстати, идея. Как я забыл? Есть же всемогущий интернет. Что-то меня крепко по башке приложило во время аварии, похоже. Опубликую-ка посты, правда? Осталось только пароль от аккаунта вспомнить. Тормоза для адекватов не в каверне. Ну, как мы узнали. Мужчина берет телефон и поспешно уходит, забыв попрощаться. Но, возможно, вы еще скоро встретитесь с ним в интернете. Окей. Проверьте интернет. Чтобы найти посты с просьбой о помощи, используйте фильтр в правом нижнем углу. А. Оно. А сейчас посмотрим, нужна ли кому-нибудь помощь. Нужна, нужна. Так, моя машина перевернулась. Помогите кто-нибудь. На помощь. Нужна помощь. Моя жизнь в опасности. Мой грузовик перевернулся в каверне. Помогите. Ну, вы же легенда этого дела. Плевать уже на грузовик, только груз вытащите. Ладно. За 30 гемов Тору возьмет этот заказ. Угу. Да-да-да. Так, погодите, а тут что? Ничего. Пон.
еще кому-нибудь помощь? Может быть. Я полагаю, нам нужно в каверну. И искать груз. Так, пупс, а ты чё тут? Запрос клиента. Думаете, я слишком молода для ретро-кино? Нет, я просто настоящая киноманка. Я обожаю ретро. Эй, директор, можете, может, порекомендуешь что-нибудь? Неважно, видела ли я это раньше. Если это ретро-фильм, я готова посмотреть его снова. Выглядит как ретро. Или нет? Вот это выглядит как ретро. Старая цивилизация, да, сюда. Держи, лови, смотри. Понравилось? Я же еще не смотрела этот фильм. А ведь уже столько кругов нарезала по прокату. Не думала, что посмотрела все здесь. Какой сюрприз. Ты правда крутой директор, Вайс. Но у вас наверняка есть посетители вроде меня. Теряющиеся среди такого изобилия и не замечающие фильмов, которые им бы точно понравились. Наверное, одного промоутера рандом плей маловато. Хочешь сказать... Ну, в смысле, промоутер Хэдди уже рвется в бой. Не волнуйся, Вайс. Я уже выучила все техники и подводки от 18-го. К тому же, в фильмах я разбираюсь не хуже него, так что точно справлюсь. Я хочу, чтобы о вашем прокате знало больше людей. Чтобы сюда приходили киноманы, и мы с ними могли общаться. Ну, директор... Ну, пожалуйста. Да, ты уже акуле посоветовала фильм. Так, понимаешь, тут как бы с зарплатой проблемки. Не переживай, мне можно не платить. Работник года. Срочно ее фотографию на стену. А весь доход от моего продвижения пусть идет на развитие проката. Я с детства мечтала стать промоутером видеопроката. Ну, соглашайся, пожалуйста. Работник года. Просто работник года. Ладно, но... Ты правда о таком мечтала? Ну, честно говоря, в детстве я мечтала стать кинозвездой, но не такая работа тоже ведь связана с кино. А. Хэдди теперь может рекламировать видеопрокат. Понятно. Понятно. Надеюсь, хуже от этого не станет. Так, нам нужно что? Нам нужно боевое? Нет, боевое это не то. Нам нужно исследование. Нет. А где? А кто? Оно? Помогите водителю спланировать маршрут, чтобы раздать успокоительное как можно большему количеству рейдеров каверн, что? Помогите курьеру Пегаса спланировать маршрут. Но что-то это задание не похоже на то, которое я брал. Ведь там нужно было груз найти. Ну да ладно. Курьер, Пегас, типа сходится. Впереди обнаружен грузовик компании Пегас и человек, приносящий груз. Предположительно, это один из рейдеров каверн. Как раз вовремя. Помоги мне. Нужно доставить этот груз как можно скорее. Человек, стоящий возле грузовика, без церемоний, насовывает коробку вам в руки. Вот. Он словно пытается положить успокоительное в подготовленной коробке. Ты из Пегаса? Пегас? Ах да, это я. А я ведь еще и курьер Пегаса. Скорее, нужно доставить это тем, кто застрял в каверне. Ага. Ладно. Но даже вместе все коробки мы не донесем. Тогда давай так. У меня тут есть ленточный транспортер. Проложи для него маршрут. А после того, как проложишь маршрут, скажи мне... И я положу ящики на ленту. Очень безопасный и быстрый способ. Ладно. А я отметил примерный пункт доставки. Нужно торопиться.
Те ребята в каверне очень ждут успокоительное, чтобы продержаться. Робот каверны может проложить транспортный путь. Ок. Сначала нужно проложить путь к этой штуке. Ок. Да, именно так. Теперь нужно направить ленточный. Подождите, я что сделал-то? Вот так. Все загружено на ленточный конвейер. Транспортер, точнее. Груз получен. Пон. Теперь отправляйтесь в зону доставки. Погнали. А впереди новая область каверны. Погнали. Это было странно. Главное, чтобы мне тут мозг не сломали. А, приведите к нему ли... Пон. Это я могу. Так я, по сути, этот... дорогоукладчик. Вроде как. Так, все готово. Ха, понятно. Он сразу стал счастливым. Подождите, мне нужно же... Да. 500? 500 как раз. Я все жду, когда Банбу-баннер откроется. А его нет, как бы. А я хочу крутить, я хочу хоть что-то крутить. У меня ломка. Мне нужно крутить где-то крутки. Так, нужно еще к двум, да, проложить маршрут. О, Юки проснулся. Так хорошо спал. Окай. Что-то я не совсем тем путем пошел. Ну да ладно. Так. А в чем проблема, собственно? А, предложенные вами маршруты пересекаются. Это небезопасно для транспортировки. Ладно. А как это они пересекаются? А, ой. Да я снова... встал не туда, куда нужно. Так, подождите. У нас проблема. Большая проблема. Я запутался. Так, окей. Окей, окей, окей. Ты на старт приводишь? Он. Понять бы, куда приводить тогда. А-а-а! Кажется, я вижу финиш. Лоль. Похоже, я вижу финиш, да? Но... Чё-то мне от этого не... Хотя ладно, погнали. А, нет. Бля, у Юги там опять паника! Так, подождите. Ну я могу, типа, просто пойти, если я пойду вот так, то, блин, вон там пересечется. Хотя, стоп, а я же могу, ну, полутать, потом сделать вид, что я ничего не лутал. Так ведь? Нет, не могу. Я так сделать не могу. Не можешь, справедливо. Да я тоже понял, как сейчас. Угу.
Не, ну просто-то так сделать, оно как бы просто. Меня тут больше это... Шекели смущают. Которые я не то чтобы могу прям все залутать. Я один шекель пропустил. Ну да ладно. Надеюсь, не критично. А может и критично, кстати. Да, критично. Нет, смотрите, не критично. 1000 есть. Было бы прикольно, если бы не хватило. Так, погнали дальше. Так, ну это понятно, что это последняя область. Так, 1500. Возможно, проблема здесь кроется. Ага. Ну как возможно, с большой долей вероятности проблема именно там и кроется. Подождите, не. А, не-не-не-не-не, так, стоп-стоп-стоп, где сброс, где сброс? Ладно, давайте, чтобы все это пересеклось как-то. Я, походу, понял. Не то чтобы точно, но вроде как понял. Или нет? А вроде да. Не, я пока еще ни хрена не понял. Ладно, хорошо. Прям вообще ни хрена. Так, ладно. Первые телевизоры, походу, которые меня задушили. Блин, вот бы эта штука еще скипалась. Сама по себе. Было бы прекрасно. А тут ведь проблема-то вот теперь начинается. Сюк! Но тут я точно понял, А я не понял, сейчас. Надеюсь, сейчас пойму. Это ведь... А! Бля. Ужас какой. Так, вас зовет курьер. Да подожди, курьер, там нужно залутать еще все. А, спасибо за помощь. Груз не стоит переживать. Моя задача отдать его тем, кто в этом нуждается. Так, какое у тебя имя пользователя? Так, Туру. Хорошо, Торо, я свяжусь с тобой, когда появится работа. Кстати, я нашел кое-что по дороге и положил на ленту. Держи, тебе это пригодится. А это ведь самые первые телевизоры. Они вообще не должны быть, по сути, душными. Вот. Там приколы начнутся дальше, где-нибудь, когда-нибудь. Ладно, открываем. Я хочу потыкать боевые испытания, с ними должно быть попроще. Надеюсь. Хотя здесь тоже придется кого-нибудь потыкать. О, погнали.
Ох уж эти просьбы жителей. Негодую. Лови, кабанчика. Блин, чат, мы с вами прям идеально справляемся вместе. Просто бросаться чатерсами это довольно весело. Сука, в смысле обижаться? Это как, ну, заявление пивосвина. Я как только увидел свиномета, я сразу сказал, что мы будем с чатом проходить вместе. Так, окей. И это 30 гемесов. Я считаю, что я заслужил больше. Вайс, ты вернулся? Да? Ты уже пивалист? Ну да, но еще не официально. Почти готово. Я поручила фее изменить структуру данных. Это должно ускорить поиск и загрузку. Завтра я тебе помогу. Бух. А, что-то упало? Это из-за двери. Может, бандиты? Вайс, пойдем со мной. Подождите, кто? Кто посмел? Я думаю, никто в здравом уме не станет нападать. А, не смотрите, пожалуйста, не смотрите сюда. Я и не хотел смотреть, а как теперь это развидеть? Почему у него под носом бубенцы моего Юки? Я, конечно, понимаю, что... Но нет, вы посмотрите, там даже размер немножко разный. Шо это? Да вот спроси у него, шо это. Инспектор мяучила. А если добрые, милые граждане увидят инспектора мяучила без костюма, это подорвет репутацию Собеза. Ты что еще за чудо? Что за странный офицер? В шлеме Собеза, но еще и в костюме, еще и в каком-то костюме. Ох, все-таки голова не отвалилась. Ох, пятая точка моя. Так больно, что думать не могу. Ты что, пятой точкой думаешь? Блять, Бель. Да пустяки. Главное, что голова не отвалилась. А, что это значит? Что служба общественной безопасности все так же на высоте. Инспектор мяучила продолжает выполнять свое задание. Добрый, милый гражданин, не окажешь ли мне услугу? У меня задание. Догнать неисправного банбу. Но в этом костюме я ничего не вижу. Бегу-бегу, и тут дверь твоего видеопроката. Бум, и я на асфальте. Очень неудобная у тебя униформа. Да голова ни при чем. Мой костюм для меня как, ну, для павлина хвост. Как для звездного рыцаря плащ. Да, он неудобен, пускай. Это знак чести. Знак того, что Собез мне доверяет. Билли, ты ли это? А раз Собез мне доверяет, то начальство поручило мне самую важную работу. Самую важную задачу. Работу с гражданами Нью-Ириду. И ты, кажется, очень этим горд, да? Это самая важная задача. Я люблю свою работу больше, чем папу и маму. А, больше, чем папа-маму. А. Бро, ты про Бофтера Собеза, да? Да. Это такое счастье. Иметь дело не со злыми бандитами, а с добрыми, милыми гражданами. Вот только добрые, милые граждане почему-то на меня косо смотрят. И что я делаю не так? А с чего бы начать рассказ, что он делает не так?
Вайс, этот бедолага такой несчастный. Давай ему поможем. А... Мы тебе хоть как-то вообще можем помочь? Ого, добрый, милый гражданин. Добро не останется без награды. Только вот пятая точка у меня очень уж бубо. Не поможешь мне отыскать того поломанного Банбу? У него заряд почти на нуле, далеко он уйти не мог. Ладно. Поищу его. Ньюириду, тебя не забудет. Тогда я присмотрю за прокатом, а ты, Вайс, поищи этого Банбу. Может, и искать долго не придется, так может и баннер Банбу откроется. Раз такое дело. Понятно. Он не двигается. Пипа все. Ля сидит, какой грустный. Он такой грустный прям. Неисправный дикий Банбу. А, может попробовать его починить? Ладно, почему бы не попробовать? Логическая схема этого Банбу вышла из строя. А, так это я могу, я уже вижу решение. Вон. I can't. Эй, ты чё? Знакомая всем штука. Вот это да. Ты нашел неисправного Банбу, да еще и починил его. А вот мне бы никогда такое не удалось. Может быть, не мне, а тебе стоит носить этот костюм? А может, ты будешь лучшим инспектором Мяучила, чем я? Не, спасибо. Давай не надо. Не-не-не, носи свой костюм сам. Блин, реакция Вайза, она прям на 100% меня описывает. Добрый, милый гражданин. Ты хочешь сказать, моя страсть к работе тебя так тронула, что ты побежал за этим Банбу? Что без меня ты бы этого никогда не сделал? Да я бы из видеопроката-то особо не выходил. Ты просто ангел. Оказывается, наши граждане не просто добрые и милые, а настоящие ангелы. А что это значит? Это значит, что инспектор Мяучила и дальше должен вести работу с гражданами Ньюириду. Я хочу обратно в видеопрокат, я тоже. Да ладно, ничего такого я не хотел сказать. Ньюириду тебя не забудет. А вот и подтверждение. Здесь можно рассмотреть доступные проекты. О ньоу. О ньоу. Он, видимо, еще появится. Здесь можно посмотреть условия проектов и вознаграждение за их выполнение. За острый слух и зоркий глаз. Найдите все мини-грузовики. О, кстати, я их нашел. Получить 10 геймисов. И получить. За выполненный проект можно получить отличную награду. Подождите, это как? Удачи в становлении добропорядочным гражданином. Найдите все мини-грузовики. Нашел. 10 геймисов. На помощь в час нужды. Эту медаль можно получить, если починить дикого Банбу. Ладно. Ага, активному общественнику. Один горожанин видел днем в конце улицы плачущего малыша. Понятно, это, видимо, за сайды. Можно разблокировать у инспектора Мяучила свободное время после сбора 10 медалей. А. Да-да-да, Рокси самый добропорядочный гражданин. Добрый, милый гражданин. Ньюириду не забудет каждое твое маленькое доброе дело. А когда маленькие дела накопятся и превратятся в одно большое, ты получишь медаль образцового гражданина, да еще грамоту мне дайте. А кому не нравятся блестящие медали? Детям, старикам, да всем нравятся. Добрый, милый гражданин, уж пожалуйста, делай добрые дела, защищай наш любимый город, и получишь медаль. Блестящую, красивенькую. Шоколада внутри, да? С завтрашнего дня я заступаю здесь на пост.
Обращайся в любое время. Хотя нет, дай мне сперва набраться уверенности. И еще, пожалуйста, возьми вот это. Мы ищем неисправных Банбу. И собрали зацепки о местах, где они могут быть. А то у меня не получается найти их. Но ты, добрый, милый гражданин, мне поможешь. Да ведь? Уж помоги, пожалуйста. Нью и Риду тебя не забудет. Уж инспектор мяучила, не забудет точно. Теперь мне страшно. Теперь это чудо меня помнить будет. Угу. Заметки инспектора мяучила о 6-й улице. Сегодня днем я видел в конце улицы плачущего малыша. Кто-то ночью у газетного киоска видел белого призрака. Сегодня утром у мастерской тюнинга я чуть не споткнулся о движущийся бумажный пакет. Что происходит рядом с клубом 404 Live? Я каждый вечер вижу там двух шепчущихся Банбу. Это, короче, нам нужно время будет мотать. Испытание мяучила есть в каждом районе города. За выполненные задания можно получить медали и данные наблюдений. Испытание мяучила можно пройти следующими способами. Выполнять городские заказы, помогать Банбу или чинить их, находить мини-грузовики, собирать памятные монеты. А быстро добраться до инспектора мяучила можно через навигатор. Не надо. Не надо. Но координаты уже введены. И накрутку нету. Денибу, ты чё? Энна, Нык, все, что мне нужно, чтобы кто-нибудь погладил меня по голове. Я Банбу богатства. Но почему меня никто не любит? О, я готов гладить. Энна, ну не. Погладь меня, я приношу богатство. Ладно, милаха, погладить. Энна. Вы использовали умение Банбу богатства один раз. Это будет стоить один Дэнни. А где богатство-то? Энна? Ну-на-ну. Я не говорил, что принесу богатство тебе. Может быть, я его себе приношу? Банбу богатства поднимает одну ногу, демонстрируя надпись крохотным шрифтом. Услуга богатства. Один Дэнни за каждое использование. Читайте, ребят, что написано мелким шрифтом. Давайте ему наваляем. Не, на. Ты слой. Каждый день буду желать тебе бедной жизни. Сюк, не попадайте мне на глаза. Ну и ладно, я все равно в это не верю. Но тебя я запомнил. Я вот прям запомнил его. И стоит грустный, не гладит его никто. Усюк. Так, а уже вечер, да? Так, ребят, ладно. В любом случае, пора нам сделать небольшой перерыв. И пойдем дальше выполнять эти заказы. В общем, 5 минут и продолжим.